оператор 112 Ленинский район, просим, слушаю вас. Их работа – помогать людям. Ежедневно операторы центра 112 в Ленинском районе принимают порядка 500 звонков. А все дело в том, что в соответствии с указом президента России о совершенствовании системы вызовов экстренных служб и на основании указаний губернатора Московской области в каждом муниципалитете Подмосковья была запущена единая служба 112, которая на данный момент находится в тестовом режиме. В нашем районе центр начал работать в июне. Теперь жители могут беспрепятственно, набрав единый номер, оставить свою заявку, после чего оператор сам незамедлительно свяжется с необходимой службой. Система 112 полностью оправдывает свои цели и задачи. И после полного его ввода в эксплуатацию она будет хорошим подспорьем в вызове экстренных служб для граждан Ленинского района. Основная задача центра 112 – обеспечение ускорения реагирования и улучшение взаимодействия различных служб помощи. Теперь гражданам не надо самим дозваниваться в скорую помощь, полицию, МЧС или ГАИ. За них это сделают сотрудники центра. С появлением в Ленинском районе такой службы мы забудем о том, что номер занят в самый неподходящий момент. Функция оператора 112 заключается в следующем. Принятие звонков от населения, заполнение карточки происшествия, соединение с нужными службами по Ленинскому району и контроль за выполнениями этих служб задач, поставленных перед ними задач. Теперь каждый человек может набрать просто три цифры 112 и получить нужную помощь. С ноября центр экстренной службы 112 района начнет работать в обычном режиме, но уже можно смело сказать, что операторы центра значительно облегчили жизнь людей. Юлия Погосян, Евгений Петров и Екатерина Чернышова, Видное ТВ.